И всем привет, добро пожаловать на мой канал, с вами Жанка Англичанка. Сегодняшнее видео покажу вам что-то самое необычное, мистическое, легендарное, интересное здесь, в Новой Зеландии. Я думаю, некоторые из вас уже догадались, что это такое. Это валуны Маираки. Сейчас мы до них дойдем, пока идем по пляжу. Немножко расскажу, как бы очень много разных легенд. Говорят, что это... Кто-то верит, что эти валуны — это какие-то космические корабли инопланетян. Кто-то считает, что это окаменевшие яйца динозавров. Местная легенда говорит, что местные жители, что это было большое такое каноэ, которое плыло, и оно перевернулось. И эти валуны — это такие большие корзины с едой, которые тоже окаменели. То есть очень много разных легенд вокруг этого места. Сейчас мы с вами это все посмотрим и сами убедимся, что же это такое. Но ученые считают, что это, конечно же, это обычные камни, которые, которым миллионы лет, и они сложились из разных моллюсков. Так, нам тут через воду надо идти. Моллюски, ракушки, то есть это вместе с кальцием смешалось, и, конечно же, образовались вот эти округлые камни. И все это заняло где-то 55, если не 60 миллионов лет. То есть вот такая история. Сейчас я вам все это покажу. Очень интересно, очень здорово. Одно такое интересное место, куда, конечно же, обязательно нужно попасть, находясь здесь, в Новой Зеландии, на Южном острове. Идем мы здесь через воду. Вот оттуда мы пришли. Вот оттуда мы идем. Идем. То есть это все находится у нас на берегу. Нам еще тут прилично идти. Попадаются разные ракушечки тут. Сейчас мы будем раскрывать тайны валунов. Узнавать, что же это такое, что же это за валуны. Очень интересно. Обожаю всякие мистические, легендарные места, необъяснимые. Хотя, конечно же, учеными это все уже объяснено. Но, тем не менее, местные жители до сих пор не верят ученым. И легенды так и ходят вокруг этого интересного места. Так мы приближаемся к нашим шарикам, будем их так называть, легендарным, мифическим, мистическим. Они вот так здесь разбросаны на берегу. На пляже очень много людей, как всегда. Смотрите, какие они круглые. Вот этот особенно, вообще прям круглый. Сейчас я подойду поближе, конечно же, мы это все разглядим. Но пока, главная группа тут... Очень много людей. Смотрите, какой круглый, правильной формы шарик. Половина. Некоторые лежат наполовину в песке. Ну, один вот такой очень классный шарик. Сейчас мы подойдем. Итак, первый на нашем пути. Вот он такой наполовину зарыт в песке. А вот у нас раздробленные кусочки мистических шариков. Посмотреть можно, что у них внутри. Вот такие интересные у нас шарики. Ну что, похоже это на корабли инопланетян? Или закаменелые яйца динозавров? Я не знаю. Что вы думаете? Вот, смотрим прямо в самый внутрь. Посмотрите, как это все красиво. Такое все необычное. Очень интересно. И этому всему миллионы-миллионы лет, если верить ученым. Очень здорово. Я хочу, конечно, подойти к самому кругленькому. Это не самый круглый. Даже есть еще легенда, что, в принципе, это все наша галактика. То есть это планеты. Много девчонок фоткаются. Надо бы тоже там зафоткаться. Конечно, самое необычное в них то, что они такой круглой формы.
обалденной круглой формы. Вот, например, этот, посмотрите на него. Вот как могла природа сделать такую круглую форму? Нет, все-таки для меня это необъяснимо. Я не верю ученым. Это все-таки это что-то связано с космосом. Вот он этот. Еще один такой большой, очень круглый шар. Смотрите, этот весь в жилках. Еще один треснувший. Эти похожи либо на черепах, либо на футбольный мяч. Все-таки я не смогла не удержаться, чтобы не дотронуться до этих шариков. Решила их потрогать. Посмотрите. Все-таки они как будто отшлифованные. Вот некоторые просто как будто отшлифованные. Еще у нас здесь тоже внутренности разбитых камней. Ну реально, если прикасаюсь я вот к этому, и это миллионы лет, то есть прикасаюсь к миллионам лет. То, что будто бы это все строилось миллионы лет. Обалденно. Вот так выглядят наши камешки здесь, на пляжике. Говорят, очень много камней, вот там все это погружено в песок. И там тоже дальше есть, уже тоже не так видно их, как здесь, на этом кусочке пляжа. Но я просмотрела почти все эти камешки, и кое-какие из них я вам показала. Это что-то, конечно, такое неимоверное, если честно. Честно скажу, такие ощущения, я просто даже не знаю, как объяснить. Но для меня, лично мое мнение, что это не с нашей планеты. Я не знаю, что вы там ученые не говорили, но, в принципе, если даже это и действительно камни, которым миллионы лет, это очень такое чувство какое-то смешанное, когда смотришь на них, реально кажется, что это не с нашей планеты. Действительно, может быть, они прилетели откуда-то из космоса. Может быть, это окаменевшие яйца динозавров. Может быть, но это что-то очень невероятное. Реально, чтобы вот это прочувствовать, вот эту невероятность и какую-то мистику, нужно здесь побывать. Действительно, потому что это очень-очень-очень интересно, очень необычно, просто обалдеть. Но мне очень понравилось. Я надеюсь, что вам тоже было это интересно увидеть. Такое необычное место. Если понравилось, ну, не забывайте подписываться. Впереди еще много всего интересного. Буду вас удивлять, я надеюсь. Все, всем пока. С вами была Жанна Кабучанка. Пока-пока. Еще раз. Наши камешки мистические. Вот такие они здесь. В Новой Зеландии. Обалденные.